И приветствуем вас из дождливой Испании. Представить себе не можете, что происходит. Вчера максимальный температурный рекорд был в Каталонии, 47 градусов. А у нас на хуторе в горной Испании, посмотрите, что происходит. Как удачно, как хорошо мы оказались в таком замечательном месте. Вот видите, сейчас вот он наш Джондик. Он даже себя почувствовал немножко виноватым, потому что идет дождь, очень гремит гром, очень сильно. Ну, вы представляете, как в горах может быть гром и очень обильный ливень. Так что, в принципе, так здорово, совершенно неожиданно поменялась погода. Так свежо и так прекрасно. Живите в горах Испании. Это отлично. Так и хочется ругнуться и обозвать это явление по-нашему, по-русскому. Просто шикардос. И на этой ноте Михалыч прощается с вами. Адьос, товарищи. Живите в Испании, если есть такая возможность. Здесь шикарно.